Друзья, вы на канале Настюшек. Сегодня это конструктор от компании Playbig. Какой конструктор у тебя есть? Маша Медведь. У меня есть, да, ваш сюрприз. Вот. Ух ты, Настенька, какой у тебя сюрприз. Конструктор Маша и Медведь. Друзья, у Настеньки появился Машин дом. Молодец. От компании Playbig. Вот такой у нас огромный конструктор. Ку-ку, Настенька, ты где? Ну что, друзья, давайте распаковывать. Да. Такая у нас огромная, друзья, коробка. Да. Интересно, а здесь Миша тоже идет? Или только Маша? Дотя, как ты думаешь? Маша и Миша. Маша и Миша? Вот такая коробка. Ну, давай, доставай. Там что-то шевелится, Настя. Так, что нам здесь приготовила Маша? Друзья, посмотрите, сколько у нас здесь добра. Ого, Настя, какие огромные пакеты, Дотя. Так, что там еще есть? Ого, это для дома. Наклейки. А что же они так нам их помяли? Наклейки, друзья. Это кто? Щелкунчик? Зайчик? Машины игрушки, друзья. Наклейки даже с Машиными игрушками. Медведь. Что там еще, кот? Так. Еще один огромный пакет, друзья. Так, что там еще есть? А, Настенька, ты кого там забыла? Ю-ху! Это кто? Маша. Это Маша, Настенька, у нас здесь только Маша. Медведя здесь нет. Рекламная пауза. Ну что, все это мы достали. Давай будем распаковывать Машу. Вот такая у нас Маша идет в комплекте. Ну, Миша своё. Прикольная она такая. Так, и инструкция. Как собирать наш дом. Только детали, а дом какой-то небольшой. Да, он совсем маленький. Даже колодец есть, Дотя. Колодец, круто. Ну что, друзья, колодец. Давайте собираем? Да, давайте. Ну давайте. Собираем мои детали, мои дома. Высыпаем? Права, ты, Маша. Ой, у нас пачечка. Ой, у нас пачечка. Сколько где добра? Так он мне не набежит? Да, Маша, это все твое добро. Вот сколько. Ну что, будем строить? Да, давайте. А когда играешь в прятки, можно сюда прятаться. Колодец? Да. Там же можно упасть. Он очень глубокий. Но здесь никто не найдет. Двери. Настенька, я нашла двери. Ну, там мама. А я нашла стойки.
наклейки. Так. Мама, привет! Это мой. Берем двери наши, да, Настя? Да, правда. А что здесь идет? Ой, столько бензит мне. Мне надо это все быстро собрать. Какой, Машенька, у тебя замечательный дом. Ну что, продолжаем погодите, строить? Погодите. Продолжаем строить? Да. Ну, давай. Так, давай клеить наклеечки. А куда мне это поставить? А ты колодец сделала? Ты возьми еще коричневые детали и дострой колодец. А почему? Ну, у Маши есть колодец. Кто вечно в колодце прячется, Настя? Рыбка. А кто еще? Нет, у Маши вечно кто-то в колодец там залазит и прячется от нее. Хрюшка или кто? Нет. Ах ты. Не знаю. Так. Ой, что это было? Это же другое дело. Дождь такой. Добро пожаловать в мой дом. Заходите, заходите. Я вам все покажу. Что у тебя? Ты мебель уже купила, Машенька? Какую мебель ты купила? Что у тебя там есть? Я купила кроватку. Так. Стой. Так. И еще. Так. Я вон. Добро пожаловать в мой дом. Я вам сейчас окрубей. Ну что, друзья, мы поставили наши два окна. Поставили наш фундамент. И сделали ступеньки. Мы сделали не по инструкции, а сделали свои ступеньки, да, Конь? Да. Вот так это все выглядит у нас. И Настюшенька ставит заборчик, да? Да. Давай. Никто не упал. Ну да. Покажи, чтобы нам тоже было видно. Настюша, я смотрю, тут уже стул поставила. Так, друзья, вот так выглядит наши ступеньки. Друзья, у нас есть вот такой шкаф. Мой дом. Привет, Машенька. Привет. Ну что, ты мебель расставляешь? Конечно. Здорово. Давай собирать твой шкаф? Да, собирайте мой шкаф. У нас я есть... Я только позвоню Мише. Ну давай. Давай будем потом звонить Мише и будем звать его в гости. Так, наш шкаф состоит из 4 ящиков. Привет. Привет, Машенька. Мой дом освоила буря. Сильный ураган освоила буря. Вот какой шкаф. Класс. В общем, Мишка, передай ко мне. Ставим его сюда. Пока. Пока. Раз, два, три. Так, с этой стороны что у нас получается у Маши? Стол, стул. Откройте дверь. Кто там? Это я, Машенька. Так это же твой дом, у тебя должны быть ключи от дома. Ты их что, потеряла? Да. Маша растеряша? Да, я Маша растеряша. Откройте дверь. Найдите мои ключи. Спасибо. Пожалуйста. Так.
сделаем столбики. Также для столбиков у нас есть наклейки. Ой, папа, пойдем тестить. Ребята, смотрите. Вот у нас из наклеек есть вон шапка, краски, кисточки. Вот. Давай мы немножко не по инструкции будем строить, мы будем строить немного свое, да? Да. У нас будет побольше дом. Смотри, Мишка, ты с моей доченькой. Мы поставили уже крышу. В общем, Мишка, пока. Не пугайся, мама, это новый конструктор. Лапунись. Подожди. Вот. Не бойся, мамка, это новый конструктор. Не бойся. Лапунь. Молодец. Так, сейчас, погоди. Что у нас на втором этаже? Так, кровать у Маши стоит возле окна. Почему? Давай будем ставить окошко на второй этаж. Друзья, есть. Посмотрите, как красиво у нас получается. Ставим окно. У нас лестница вообще. Да, конечно. А где лестница? Ставим, друзья, окно. Ой, у нее такая красивая крыша. Да, Лапунь? Так, теперь мы что делаем? Выкладываем нашу черепицу, да? Красненькие квадратики где? Красненькие квадратики. Вот, да? Ставим. Ой, это вот так. Почему вы не строите дом? Так. Ой, кто это там такой большой в доме живет? Это я. Кукуся. Привет. Вот ты какой секрет неземной красоты. Вот, ребята, наконец-то Машин дом готов. Ура! Покажи Машин дом. Вот как выглядит эта крыша. Ступеньки, так выглядит с обратной стороны. Дом. Маша, у тебя великолепный дом. Спасибо. Пожалуйста. Машенька, а у тебя же здесь еще есть вот такой замечательный колодец. Я на листине. Вам меня видно? Ого, Маша, ты куда забралась? Я хотела полететь на птичек. На птичек? Да, птички очень пусть отлетают. Да. Я их не увидела. Вот потому набралась наверх. Ой, так красиво. У тебя там облака, шарики. Ура. Угу. Ой, какой красивый дом. Колодец. Машенька, что у тебя здесь еще есть? Не знаю. Я вам сейчас открою дверь. Вот вы будете заходить ко мне в гости. Друзья, а походу вот эти красные наклейки мы будем клеить на крышу. Вот сюда. Да-да. Ну что, ребята, вот так выглядит Машина комната. Мы поставили ей сюда кроватку. Вот. Друзья, клеим наклейки на ящики. Здесь у Машеньки будет лежать кисти. Да? Вставляй ящичек. Вот здесь, вот здесь. Да. Ребята, такой понравился мой дом. Классный дом. И колодец даже есть. Красота. Так, клеим теперь Машины игрушки. Машины игрушки. Мишка. Так, Машина кукла. Держи. Маша, ты что, варишься в колодце? Да. Ты принимаешь ванну? Да. Чтобы ложиться спать. Так, колодец готов, ребята. Вот такой колодец красивый. Я ванну принимаю. Маша ванну принимает. У нас готов заборчик. Чик-чик-чик-чик.
Маша, куда ты забор будешь ставить? Себе в колодец. Так, друзья, давайте наклеим наклейки на наш, на нашу крышу. О, медведь пришел! Медведь, привет! Привет, я Миша. Машенька тебя пригласила на новоселье? Почему? Ну, у нее новый дом. Она пригласила тебя в гости. Почему? А ты подарок принес? Нет. Ну, я принес один подарочек. У нас остался щелкунчик. Вот на что. Я ей принес вот такого красного зайца. У Маши даже азбука есть. Она учит буквы и цифры. Смотри. Видишь? Азбука. Азбука? Маша азбуку изучает. Азбука ты. А это у нее зеркало. А на что у нее крепится зеркало? На шкаф? Зеркало на шкаф. Так, друзья, крепим зеркало. У Маши даже есть зеркало, конечно. Девочка, как это, без зеркала, да, Настюшка? Да. Что-то ящики кривые. Ага. Все на месте. Так, ребят. Крепим зеркало. Мама, вот, мама. Да? Он живой, мама. А? Он живой? Нет. Он хороший. Он... А я видел, что он живой. Друзья, вот такой Машин дом. Ставь лайк. Ставь лайк и подписывайся на канал Настюши. Всем пока! Пока, ребята! Пока, ребята! Пока, пока, ребята!